Представительница авангардного направления, работающая в экспериментальных рамках. Стиль художницы необычный и узнаваемый. Несмотря на свою популярность, Юлия Ерохина пока отдает предпочтение региональным галереям. В Орле же ее внимание привлекли просторные залы и удачное место расположения выставочного центра. Очень много слышали о областном выставочном зале. Очень любим именно Орловскую землю, и поэтому, собственно говоря, вот с выставкой приехали сюда. Около 50 полотен, и каждая работа уникальна в своем роде. Пейзажи, натюрморты, мечты и грезы. В основе всех этих картин лежат ассоциации художника. Отказ от классических канонов и поиск новых форм. Колорит картин московской художницы всегда разнообразен. Ведь именно цвет позволяет передать зрителю настроение, а также идею автора. Плотные и насыщенные мазки в произведениях Юлии Ерохиной передают и подчеркивают особую жанровую технику. Среди представленных работ есть и те, которые художница выделяет. Например, эта картина «Ностальгия» была написана за рубежом. Именно в ней Юлия Ерохина стремилась показать красоту России. У меня ассоциация была именно с родной землей. Цвет зеленый, обязательно зеленый, потому что у нас всегда весна – зелень, лето – зелень, очень долго. И здесь, если обратить внимание, можно увидеть образы берез. То есть вот стволы, вот эти белые пятна, и золото – это уже приближающаяся осень, ностальгия. Разнообразный сюжетно-тематический репертуар картин является ее отличительной чертой. Море удовольствия, перерождение, единство противоположностей. Названия картин помогают зрителям в восприятии. Изначально, если мы говорим об историческом авангарде, это начало 20 века. Это экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, фавизм, футуризм и конструктивизм наш советский. Вот. Если мы говорим о более новом авангарде, который называется нео-авангард, вот как раз-таки, может быть, реминисценция нео-авангарда в Юлином творчестве присутствует. Выставка «Фигуративность и абстракция» глазами Юлии Ерохиной будет работать до 17 сентября. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».